Какой прекрасный день! Действительно, так хочется отправиться в путешествие на трамвае. Я только за. Куда поедем? Да, вот думаю, может, в Бразилию или Японию. О, ребята, куда едете? Да мы еще не решили. Я туда же. О, как раз наш трамвай. Поехали, поехали. А мама говорила с незнакомцами никуда не ходить. Да что это сегодня такое с моим позвоночником? При внезапном резком торможении трамвая следует... Да не это! Так, ухватиться за поручень и постараться не потерять сознание. Давайте оставаться внутри и подождем, пока спецслужбы все уберут. Можно продолжать путь? С тем трамваем происходит что-то странное. Надо прийти к ним на помощь. Скорее, нажми на эту кнопку носом, чтобы помочь нам. Нажми на эту кнопку носом, иначе наша вселенная коллапсирует в этот трамвай. Ладно, сам нажму, но с тобой было бы веселее. Дядя Страхуев, с кем это вы разговаривали? Не бойтесь, ребята, это всего лишь голоса в моей голове. За Александра Пистолетова! Абордаж! При захвате корабля пиратами не привлекайте к себе внимания. Разрешите пройти! Тысячи чертей! Ну вот мы и выжили при атаке пиратов. А вас, тетя вагоновожатая, я награждаю грамотой за мужество при спасении и мокрой тряпкой.